Созданный по инициативе фонда Гейдара Алиева и Бакинского книжного центра, образовательный проект «Юксель» направлен на расширение кругозора и общего интеллектуального уровня молодежи Азербайджана. Я думаю, что он послужит и будет полезен очень многим молодым студентам, абитуриентам, не только в приобретении профессии, но и в познании навыков и каких-то определенных знаний. По словам участников проекта, это возможность проявить себя в различных моделях взаимодействия, приобрести интересный опыт, навыки и знания для светлого будущего. Я думаю, что это очень поможет мне в будущей моей жизни, в будущей карьере. Финансовую поддержку данной инициативе оказала компания BP Азербайджан. Очень надеемся, что количество участников программы будет на достаточном уровне. Это на этот год первый проект, первый социальный проект. И мы очень надеемся, что мы продолжим свою стратегию по социальным проектам, чтобы могли каким-то образом помочь нашей молодежи в их образовании и просвещении. В рамках проекта в Бакинском книжном центре будут организованы еженедельные семинары на различные темы, в ходе которых специалисты поделятся практическими советами. Эльнара Алиева, Альбина Абдурахманова, Алагюз Гаджиева, Галиб Багиров, CBC.